Всем привет, меня зовут Тоня, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня для вас наша такая девочкина любимая тема, тема платьев. Сейчас эта тема как никогда актуальна, потихонечку мы полностью переходим на осенне-зимний гардероб. В каких-то городах женщины уже это сделали давно, но в любом случае новое платье никогда не помешает, много платьев вообще в принципе не бывает. Поэтому сегодня я подготовила для вас видео с моей подборкой очень классных, универсальных, недорогих платьев, которые актуальны в этом осенне-зимнем сезоне. И более того, большинство из этих платьев я примерила, продемонстрирую на себе. И все ссылочки оставлю в описании к видео. Поэтому, если вы сейчас как раз находитесь в поиске своего идеального, модного и, самое главное, практичного платья, но не хотите тратить свое драгоценное время на походы по магазинам, то предлагаю вам сделать себе чашечку кофе и провести со мной эти 10, может быть, 15 минут. Должна напомнить вам о том, что я буду очень рада, если вы подпишетесь на мой канал, нажмете на колокольчик, чтобы не пропускать мои дальнейшие видео, поставили лайк, если видео уже понравилось вам, и продолжаем смотреть. Сначала, правда, хочется пожаловаться на наш местный кипрский манго, потому что чаще всего то, что я нахожу на онлайн-сайтах манго, я не вижу в наших офлайн-магазинах. Это, конечно, вина байеров, и хочется в очередной раз сказать, что наш кипрский манго полный отстой. Ладно, не будем о грустном. Первое платье, которое мне хочется вам показать, которое мне очень-очень сильно понравилось, это вот это замечательное платье-рубашка цвета хаки. На самом деле, почему именно его я решила показать первым? Потому что оно очень схоже с моим сегодняшним платьем, в котором я перед вами вещаю. Это платье-рубашка тоже в таком немножечко милитари стиле. Я купила много лет назад в Заре, и оно совершенно не теряет своей актуальности. Более того, оно очень универсально, как я его только не носила. Я носила его с поясом, который шел к этому платью. Потом каким-то летом я носила его в качестве накидки с джинсами. Сейчас же я полюбила его заново, потому что я его ношу без пояса, вот так свободно, у него есть карманы. Оно очень комфортное и практичное, я могу его носить с массивными кроссовками, с туфлями на каблуке. И самое интересное, что спустя столько лет использования, потому что оно не отлеживалось у меня где-то в шкафу, поверьте, оно смотрится как новое. Поэтому, когда я увидела это платье в новой коллекции Mango, я сразу же обратила на него внимание, и оно в каких-то моментах даже выигрывает. Во-первых, это цвет хаки, который просто, ну, один из самых универсальных цветов, цвет, который всегда актуален и смотрится стильно. Во-вторых, длина у этого платья все-таки более актуальна, чем вот у этого платья, которое сейчас на мне. Оно немного длиннее и смотрится более выигрышно, согласно сегодняшним тенденциям. Оно стоит 4000 рублей, это не натуральная ткань, это полиэстер, который всегда меня очень отталкивает, но, опять же, мое платье, в котором я сейчас, тоже сделано из полиэстера, и вот таким неожиданным образом это платье послужило мне действительно, ну, очень долго и было таким хорошим вложением в мой гардероб. Поэтому синтетика синтетики рознь, и всегда лучше потрогать, примерить, чтобы понять, сколько действительно будет служить вам та или иная вещь. Чуть позже будет много примерки, а пока хочу показать вам пару вариантов, которые я нашла на всем любимом сайте ASOS. Как-то подзабыла я про него, и вот с тех пор, как я начала пользоваться кэшбэк-сервисом Мегабонус, который, кстати, дает до 6,5% кэшбэка за покупки на ASOS, стала снова туда заходить. Всем любителям шопинга онлайн я рекомендую установить это расширение, вы точно не пожалеете. Попробуйте, протестируйте и все поймете сами. Кто не в курсе, о чем я, напоминаю вкратце, Мегабонус — это надежное и очень простое в использовании даже для меня расширение для браузера, которое устанавливается очень легко, в один клик, в том числе через соцсети. Установив расширение Мегабонус, вы будете всегда в курсе всех скидок, акций, предложений, выбранных вами магазинах, которых, надо отметить, там огромное количество и в разных категориях. Более того, там можно отслеживать ценные товары и посылку в пути. У меня, кстати, и там есть мой личный промокод на повышенный кэшбэк, которым я с вами делюсь. Я оставлю ссылку на сам сервис и мой промокод также в описании к видео. Кстати, еще один важный момент. Мегабонус позволяет выводить свои средства, свой кэшбэк, начиная уже с $1,5. Такого больше нет нигде. Так вот, наконец-то, платье, которое я хочу показать вам. Очень стильная женственная модель, просто нереальной расцветки. Я, наверное, обратила в первую очередь свое внимание на него как раз из-за такого необычного
сочетание цвета. Это 100% вискоза, стоит оно, как вы видите, 5590. Это платье будет шикарно смотреться с любым жакетом, с объемным кардиганом. Здесь главное угадать с цветом. Конечно, такое платье прям просит модного в этом сезоне ремня или пояса с баской, к примеру, из кожи. В общем, как обычно, я предлагаю именно те варианты, которые можно обыграть как-то по-разному, чтобы каждый раз платье смотрелось по-новому. Крутой стильный вариант, я считаю. Вообще у SS White очень много такой стильной, качественной, классной одежды. Поэтому, когда вы на этом сайте ищете что-то такое красивое, актуальное и хорошего качества, то смотрите в разделе именно с брендом ASOS White. Еще одно платье этого бренда, которое могу порекомендовать вам, это повседневный вариант платья на этот сезон. Это джинсовое платье серого цвета свободного кроя. Платье сшито из очень плотного 100% хлопка. Более того, это платье относится к категории экологичной моды, то есть при его производстве было затрачено по минимуму водных ресурсов, и в его состав не входит никаких токсичных примесей. Другой плюс этого платья в его, конечно же, удобстве. Всем хочется иметь какое-то такое очень практичное, комфортное платье, в котором можно пойти куда-то на прогулку днем, может быть, даже с ребенком, тут же забежать в кафе. Тем более этой осенью очень актуальна такая грубая, тяжелая обувь, к примеру, ботинки на массивной подошве и на шнуровке. Вот как раз это может быть один из таких актуальных вариантов сочетания с этим платьем. Стоит оно 4690, кстати, будет отлично смотреться с каким-нибудь модным головным убором по типу кепи или кожаного берета. А, ну и, конечно, если оно еще и расстегивается, то это может быть отличная альтернатива джинсовой куртке. Все, остальные варианты буду примерять и показывать на себе. Мой следующий вариант, который я покажу вам, это вот такое супермодное платье с сайта Топ-Топ, выполненная из эко-кожи. На самом деле у меня такое неоднозначное отношение к натуральной коже, несмотря на то, что в моем гардеробе по-прежнему есть сумки и обувь из натуральной кожи, я категорически против платьев, топов, рубашек и всего остального из натуральной кожи. Сейчас технологии позволяют создавать материалы, настолько похожие на натуральную кожу и в том числе по своим качествам, что использование натуральной кожи для создания тех же платьев меня просто удивляет. В общем, у меня платье от бренда HIIT, и как раз-таки HIIT против использования зверушек в создании одежды для людей, поэтому в этом отношении все отлично, но также все отлично и с остальным. Супер актуальный крой, очень мягкий, приятный материал, кстати, который практически не мнется, поэтому платье держит форму. Я выбрала вот такой интересный оттенок, что-то среднее между коричневым и бордовым, но на сайте есть еще классные варианты зеленого и черного цветов, их я тоже оставлю в описании. В общем, это тоже одно из самых универсальных платьев, которое только можно придумать, потому что носить его можно не только как платье, но и, естественно, как жакет. Я вычитала, что это платье выполнено из качественных материалов, благодаря чему оно прослужит не один сезон. Кстати, обязательно досмотрите это видео до конца, у меня для вас будет важный вопрос, на который я буду ждать ваших ответов. Следующее платье, которое также является, ну, просто must-have'ом на этот сезон, это, конечно же, платье из материала под твид, или еще лучше, из твидового материала. Ну, я нашла качественный аналог твида по очень хорошей цене, опять же, на сайте Топ-Топ. Платье такого достаточно классического кроя, у него очень мягкий материал, приятный, совершенно не колется и такой вот приятный на ощупь. В состав материала входит вискоза, поэтому в нем, в принципе, должно быть комфортно, не холодно и не жарко. Твид – это подиумный тренд, который не теряет своей актуальности уже который год. Вообще одежда из такого материала всегда смотрится элегантно, изысканно, благородно, поэтому советую хотя бы одно платье или, может быть, юбочку из такого материала в своем гардеробе обязательно иметь. Кстати, я просто обожаю сочетание твида с кожей. Ну и, конечно, мои любимые черные колготки – это также отличный вариант с твидовой одеждой. Самое важное, конечно, при шопинге онлайн – это угадать с размером, и мне нравится сайт Топ-Топ из-за того, что там работают стилисты онлайн, и когда у вас возникают какие-то вопросы, они моментально
вам помогают, помогут разобраться и с размером, и с, даже с такими вопросами, с чем сочетать ту или иную вещь. Плюс ко всему, у них всегда действуют какие-то акции, скидки. Сейчас, например, у них действует промокод, который я оставлю в описании к видео, RED10, он дает 10% скидку и бесплатную доставку до пункта самовывоза. Кстати, промокод суммируется со скидками. Еще одно платье с этого сайта, которое мне очень хочется вам показать, это, конечно же, мое любимое платье в бельевом стиле. Вообще, очень многие стали сомневаться, не устарела ли такая модель платья. Я вам отвечаю, что нет, это элемент базового гардероба. Просто не покупайте платье в бельевом стиле с наличием кружева или каких-то других непонятных деталей. И другой момент, платье не должно быть выше колена, а желательно даже чуть ниже или длиннее. Я советую, если у вас еще нет платья в бельевом стиле на бретельках в таких базовых оттенках, то сначала приобрести такое себе платье, а потом уже выбирать что-то поярче, что-то поинтереснее. У меня таких платьев много, вы знаете, я их люблю, потому что это, пожалуй, самое универсальное платье, которое может быть использовано, ну, в совершенно разных образах. Все вы знаете, что анималистичный принт по-прежнему очень актуален. В новом сезоне это больше все-таки тигр и зебра. Я выбрала себе платье с принтом зебра, моего любимого цвета красного. Вернее, сочетание красного с черным, которое дает нужный мне контраст. Очень эффектное платье, тоже бренда HIIT, и, кстати, из немнущегося материала. Оно долго у меня лежало в коробке и совершенно не помялось. Если такой яркий принт вас пугает, на сайте есть еще вариант в бежевом. В сотый раз уже, наверное, скажу, что подобное платье в бельевом стиле можно носить круглый год, сейчас накидывая на него объемный свитер, кардиган или стильный жакет объемный. Летом его можно носить просто так, без каких-то дополнительных составляющих образа. Поэтому именно такие платья в моем гардеробе живут дольше всего. Мне не хочется от них избавляться, потому что каждый раз их можно обыграть как-то по-новому. И еще одно платье, которое я выбрала на сайте ТОП-ТОП и очень хочу вам показать, это, конечно же, платье-жакет, куда же без него. Платье-жакет тоже является уже такой классикой универсального практичного гардероба, потому что носить его можно и как платье, и как жакет абсолютно одинаково. Мне сейчас необходимы и удлиненный жакет, и платье на зиму с длинным рукавом, поэтому такая модель для меня очень сейчас кстати. Кстати, это платье тоже выполнено из достаточно немнущегося материала, сохраняет хорошо свою форму. И это бренд собственного производства ТОП-ТОП Студио в Санкт-Петербурге, и там отшивается все вручную, поэтому качество тоже неплохое. Ну и чисто визуально, когда я выбирала это платье на сайте, мне понравился такой вот прямой фасон и не слишком короткая длина, которая обычно бывает у таких моделей. Идем дальше. И еще одно платье, которое мне хочется порекомендовать вам из магазина Mango на этот сезон, это вот это бежевое, стильное, теплое платье с воротом. На самом деле, почему я обратила на него внимание? Дело в том, что вы помните, совсем недавно, нет, уже давно, я купила себе похожее платье вот такого плана, оно свободное, очень комфортное, но сама модель платья мне, если честно, нравится больше у платья от Mango. После того видео, в котором я показала свое платье, очень многие из вас спрашивали, где купить такое же, потому что оно действительно очень, во-первых, уютное, стильное и универсальное. Его, правда, можно носить также с любой обувью, с любой верхней одеждой, и тогда найти такое же или похожее платье мне так и не удалось, к сожалению. И сейчас, когда я увидела его в новой коллекции Mango, я сразу же подумала о вас. Ну и о себе, если честно. Потому что у этого платья нет этой резинки внизу, которая есть у моего платья. И которая портит весь вид. Это мягкий трикотаж, и стоит оно 3000 рублей. Еще кое-что интересное. Сейчас я нахожусь в поиске платья для гала-ужина. Оно должно быть длинным, соответствовать дресс-коду. И когда я просматривала онлайн-магазины в поисках платья, я наткнулась вот на эти модели на сайте Outnet. Я выбрала три фаворита. Обратите внимание, какие огромные скидки на эти платья. Больше всего я склоняюсь к этому платью, потому что этот оттенок просто невероятно мне идет и украшает меня. Так вот, оно стоило больше 800 евро, и сейчас его можно купить за 200. Это просто какая-то нереальная скидка, и когда я это увидела, стала смотреть другие платья этого бренда и обнаружила, что там их очень много. Поэтому, девочки, это чисто такая моя рекомендация, если вы тоже находитесь в поиске красивого, вечернего, качественного платья по хорошей цене,
тоже посмотрите по ссылкам ниже, я для вас их оставлю. И очень надеюсь, правда, что все платья сейчас не разлетятся, и я не останусь без хотя бы одного. Очень также понравилось вот это черное платье. Единственный момент, я не знаю, есть ли смысл мне покупать еще одно черное платье в свой гардероб, но его фасон просто шикарный, смотрится очень дорого и изысканно. Также, видите, огромная скидка. Ну и еще один вариант из моих фаворитов. Видите, я уже так ускорилась под конец видео. В белом цвете на одно плечо. Я как раз уже долгое время ищу себе идеальное платье на одно плечо. Мне очень нравятся такие фасоны. Это платье яркое, сочная помада. Будут нереально вас освежать, и весь образ, мне кажется, будет просто фантастическим. Все, я уже не могу стоять. У меня не сгибаются коленки. Мне нужно сесть. Поэтому будем закругляться. Насчет вопроса. Вопрос такой. С каким из показанных мною платьев вы хотите отдельное видео из категории «Одна вещь, много образов»? На мой взгляд, это должно быть либо платье в белевом стиле, либо вот это кожаное платье, или же платье-жакет. Но я предоставляю выбор вам, большинство, и определит тему такого видео. Я знаю, что вы любите выпуски, где я создаю много образов из одной вещи. Пусть это будет платье в следующий раз, и пусть его выберете вы. Все, наконец-то у меня на этом все. Дорогие мои, также не забывайте подписываться на мой инстаграм, я вам очень рада и там. Обязательно нужно подписаться и здесь на мой канал, если вы еще не подписаны, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить, к примеру, мое новое видео с платьем. Ставьте лайк, если видео было полезно для вас, комментируйте, я всегда с радостью общаюсь с вами в комментариях. Всех-всех обнимаю и до встречи в новом видео. Всем пока!